Здоровый мир Сочи на туристическом рынке уже 16 лет. Компания предлагает услуги по организации отдыха и санаторно-курортного лечения на юге России, а также путешествия по всему миру. Сегодня «Здоровый мир Сочи» рассказал о новых возможностях отдыха в Кисловодске. Ведь, как оказалось, этот курорт – одно из самых популярных направлений отдыха у сочинцев. Лето пролетит быстро, напряженный, высокий рабочий сезон закончится, и нужно будет поехать отдохнуть, восстановиться, набраться сил, запастись энергией, здоровья на год вперед. Кисловодск традиционно одно из самых любимых направлений для жителей города Сочи. Это действительно очень замечательный курорт. Минеральные воды, нарзаны, климат, качество воздуха дают возможность быстро прийти в себя, восстановить силы, хорошо отдохнуть. В Кисловодск сочинцы едут и за отдыхом, и за здоровьем. Главные лечебные факторы курорта – это чистый горный воздух и, конечно, минеральные воды. Туризм в городе Здравница растет и развивается. Так, совсем недавно здесь открылся новый 4-звездочный отель. Мы новый отель, а у нас такой стартап сейчас проходит, и мы рады послушать мнение наших коллег, поделиться каким-то опытом ценным они могут с нами. Поэтому для нас это очень важно, это партнерство, это цепочка. Забронировать тур в новый отель и другие места отдыха Кисловодска поможет компания «Здоровый мир Сочи». Кстати, сегодня в ходе презентации новой гостиницы двое счастливчиков выиграли бесплатные сертификаты на отдых. Подобрать лучшие предложения по отдыху и оздоровлению на юге страны и в других уголках планеты «Здоровый мир Сочи» поможет по адресу Советская, 42/1. Телефон компании 296-01-70. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.